довольно молодой, обеспеченный человек. Снимайте дом на отшибе, живете один. Колитесь, что там у вас? Кто бы мог подумать, чтобы в вашем же торговом центре... Возможно, они вывели Колю через технический коридор, усыпив. Все, что они не попросят, ты дашь. Давай так договоримся. Я контролирую ситуацию, а ты контролируешь себя. Ну что, всех на уши поставил? Сколько ты хочешь? Нисколько. Тогда что тебе надо? Ты выполнишь маленькое условие. Ты убиваешь себя и отпускаю твоего сына. Что ты сказал? Ну возьми ты деньги. Я тебе узел судьбы предлагаю развязать, а ты мне деньги. Почему я? Объясни. Что тебе это даст? Не теряй времени. Да подожди ты! Подожди! Завтра кто-то обязательно умрет. Одного подонка поймать не можете! Внимание всем, крест на мониторе. Направляется к бочке. Думаешь, подмел меня? А что, если в самом деле застрелюсь? Выбирать, как умереть, неотъемлемое право каждого. У тебя осталось 2 часа. Я тебя найду, ты слышишь меня? Я тебя мертвым достану. Пап, я хочу домой. Я должна вернуться в эту силу. Библия учит нас любить ближних и врагов. Может, потому что это одни и те же люди? А эта сука по земле ходить будет, а я должен себе пулю в лоб пустить. Да? Да! Есть правила, которые надо выполнять. Ищи жизнь со смыслами, чтобы понимать нахрен, зачем ты существуешь. Один выстрел, и ты на свободе. Поднимай ствол! Стреляй!